Все, седьмой раунд. Раунд номер 7, the last one. We might have a chance to watch Санвантер Лерио, if they are playing straight after this. Ученики, выпускники против Самоурона. Мы видели успешную игру недавно, по-моему, Самоурона против этого. Также мы видели крах системы, когда проходят ученики, и колоды ничего не могут против этого сделать. Смотрим. Нету очистки. Есть жара. У учеников первый ход, так что не успеет тут выставить карт-тролли. И, видимо, Ренова начинает... запускать эту машину. Летисия выходит. Есть обе эхо-карты. Если вы не находите свои эхо, это какой-то skill issue получается. Есть высадка в Бонарда. Макси показывает три хорошие карты наверху, Дракопаха где-то поглубже, Тотем на дне, но да, опять же, есть Анейра. Пеллер был запрятан, но теперь уже не важно, Ренова не играет с Ренью. Тут будет натерплено. Так неплохо. Ну и, кстати... прижимается сразу. 4-3. Видимо, ожидая паса, чтобы не тратить лишние ходы на прожатие, не идти в минус 2. Да, прижимается, никто не жадничает. Даурен тоже не жадничает, что «Ой, я сейчас выпущу из тебя что-то». Рука к этому не приспособлена особо. Заходит Мазлул, который крадет кнута, если его опускать до 5. В сбросе ученичка и ученик. I'm a medic. I tend to know what I'm doing when I prescribe something. Folks say you live like princesses. If only they knew. Каждый раз страшно, когда не сменил сцену или что-то, но все нормально, сори. Ну и все, тут уже прокачано, тут... Ритуза уже на 7 буста. Как бы замечательные выпускники. И, ну, нахождение карт тоже довольно-таки неплохое. Анейру отобрали. Но есть мазл. Нету Герхарта пока что. И в колоде еще один Бонард лежит, помимо... Студент Бонард. Убейте ведьмака или уничтожьте карту с, с 9 силы. Угу. Пока, конечно, только 4 урона. Но против самого урона не всегда нужен урон, можно...
все отдавать в забав. Вот игрешот намордника натуральный, если использовать локу. Не надо ничего выдумывать с зарядами лидера. Под локу нету здесь двинки, так что, в принципе, не помешало бы. Ну и выкручивается последний студент за 4 пробки, остается... алюминий. Выпускник, но оба эхо ушли. Один белки, второй дважды использованный, так что, ну, как бы, находить-то оно и не очень надо, есть мастерство, есть чаптер, есть руническое, так что можно будет себе создать. Этот новенький, так что у него только один урон. Так. Не лучшие роллы. Эти роллы рассрочены немного, но как бы да, он будет расти. Сколько тут еще мы увидим игры? Другой вопрос. Так, проверяю, что до вас там картинка. А чё до вас все еще картинка не дошла? Алло. Ну, видимо, я немного недооценил, как быстро мы начали от приглоса. Задержка в 10 минут. So we are on 10 minute delay, that's why there is less chat communication. You still can subscribe, follow and donate and all that, even if there is a delay. It's usually correlating. And there is always less interaction with a delay. But this is the way. Так что да, подписываться, донатить, все это разрешается, даже если стрим с задержкой, но интеракции с чатом, понятно, меньше. Так, ну, поинты как бы имеются, вот только тратятся карты одна за другой золотые. Одну из них можно только вытащить назад. Но пока в плюс карту. Значения 4-7 не менялись, все. Все, что можно было, было убито. Пеллер мог сыграть на какие-то статы против Зигвальда. Играть как бы хочется, Шани прожимается еще разок. Правда, это не сильно что-то меняет. И как бы количество выпускников резко стремится к нулю, но нету жары, так что он не должен умирать. А хотя, есть вариантики, но тут есть щиты. Даже если они в минус поинты и потом в PMP. Так, ну теперь для вас должно, да, карта крутится. Стоит ли отдавать, ну и в итоге получается, что Пеллер был просто разменен на Дракар. Карты все-таки остаются, несмотря на то, что здесь была неактивная Шани, сложно вернуть себе карту. Заходит Геркард, кстати. И теперь поиск выпускников, но... гарантии нету.
Есть двойное руническое, с него можно найти, прожать. Меняется на Practice makes perfect. Ага, и у Даурена есть reset локи. Ну, чему он сразу рад и пользуется этим. Тотем был на дне, вроде как колода не перемешивалась. Прожатие лидер защищает. Как бы можно, конечно, сломать щиток. Так, это было руническое, правильно. Но нужен большой юнит, надо сломать щиток. Это все в один ход. И не очень-то и осуществимо, так что да. Забав был на 7. Этот новенький, так что ничего не добавляет особо терпения, но лишние поинты под конец раунда никому не мешали. Ну и да, с выпускниками их перекачивать нельзя, и если их разыгрывать одних и тех же несколько раз, то value забафов будет немного утрачено, и мы видим, что да, целью является ученица. Но вот была целью ученица и осталась целью ученица. Не попадание. Ну, придется просто перекидывать еще восьмерку. Здорово, Акроникс. Бух Михаэль, Изабелла, всем привет, кто присоединяется. Последний раунд в разгаре. Неизвестно, когда он закончится. Играть можно до полудня завтрашнего дня. So the deadline for matches of round 7 is tomorrow, midday, Moscow time. So like 16 hours from now. So we won't have the We have each other's full backs. list of That's more than participants. most. Сорок два пятнадцать. Есть еще один ресет. Споры уже не играются. Игрался с а не ретотемчик. Сейчас бы еще помнить микро чуть-чуть подвигать. Я не знаю, насколько хуже или лучше сейчас стало. Ну да. Есть тут поинты на Сигвальде, так что расстояние сокращается. Также есть Кнутецкий, но Кнут... А, подожди, Кнут не отъезжает. Мы такое уже видели, кстати. Да. Все дела вроде как, ну, не массивная value, но тем не менее. И всего 20 поинтов здесь, извините меня, на Зигвальде до нажатия кнута уже знатно. И опять я упоминал, что мы видели такой расклад с Сигвальдом, локация, высокие юниты и на отсутствие жары. Игорь Даурен приближается к счету 5-2. Смотреть
Даурен знает, как играть на Милителе точно. Сыграл уже, наверное, 10 тысяч каток. Был любитель Мадука, а стал... А, я забыл, кстати, качество стрима сменить. Никто мне не сказал, что мы только 720 стримим, но 1080, видимо, никому не нужна. И так сойдет. Поменял комп. И качество дропнулось на новом компе. Дефолт не видимо какие-то настройки. Так, у нас... Гамадриада против Искрада. Ренова не держит Ауквена с дальнейшие раунды. У Даурена как бы контроль отсутствует. Просто милые поинты в себя. Ну и тут, видимо, Нейра... что? Не берется Нейра. Берется Димовент. Ну, можно как... Можно в одну сторону, можно в другую это все сделать. Неважно. Симлос в двойные ребуки. И бахнуть. Но просто удаляются юниты ненужные, так что тут присутствовал Эскель. В руке его нету. Но и если потеряно будет, то, естественно, жалко платить много провизий за карту, но он не удаляет что-то важное. А просто прокрутка. Покидать в бронзу, в принципе, почему нет? Прожимается Истер, это не было подснежки, вот теперь она есть. Что у нас тут по зарядам? 5 уже. Так, счет я обновил. Немного мне не нравится, как на новом компе двигается. Видимо, что-то в неправильных настройках текста. Надо будет OBS подправить. Ну да, тут Димовент. Тут особо... И... В нем засунуты карты по 4 провизии. И его нечем прокать быстрее, ускорять. У нас баф летит филю. Так что можно вызывать его жабейшество. Ну, Даурен получает свои заряды лидера с Родовида. Потихонечку сетапит свои плей с Милителя. Понятно, что сейчас на столе недостаточно юнитов, и надо было бы раздавать всего лидера, чтобы бабка бафала, но для этого нужен был бы Микель, он же Джермейн. It's so weird that this is Germain, but it's also Микель. One of those cards. Одна из карт, так же как и Окс и как Эгон на русском, польском переведено. Ну и проигрывается раунд один на равных, но... Милителе все еще опасно. Культисты Милителе не спят. Контроля все еще нету, так что карты будут стоять.
Жермейн Микель отъезжает, так что количество коров сильно ограничено. Но начинается чуть раньше, чем вступает в силу адреналин. О! Милители. А, смотрим в колоду. О! Смотри на это. Вот почему здесь демовенты, вот почему можно начинать нажимать раньше. To slay dragons, this is our nightly duty. И был один юнит в колоде, стало два. И теперь эти два юнита замечательно выходят и замечательно входят в колоду. Ну, в принципе, норм. На... как минимум 7. Зависит, куда стрельнет. Недостаточно. Прожимаем еще. Дауриан не боится, играет Йен. Был видос недавно по самым быстрым лидерам. Йеннифер, по-моему, не один из них. Анимация была немного долгая, но вот. Добираются поинты. Жабы. При действующих движках играют намного. И на столе есть место, в принципе, еще. Так что Ренова близко. Но тут происходит непотребство милитилийского характера. Ну, как бы, если надо будет играть жричку, то неплохой ролл. Прожми приказ. Нанеси один урон. Прекрасная синергия между двумя осадными. Что, в кого верите больше? Не используют, кстати, участники новый скин на гарпе. Видимо, играли только дружеские матчи. И не успели получить новый скин. Хотя у Реновы шут, так что, может, это новые вещи. Все прожимается. Места на столе под Эскеля нету. Эскелю бы... да, встретиться с Милители в следующем раунде. Или со жречкой, так что оставляет Ренова его. Играть его на 14 не особо резонно. Милители крутится, поинтосы мутятся. Агась. Вот как-то... как-то так можно добрать поинты, когда у вас бабка бафает на плюс 3. У Реновы есть гор. Вот же он. Еще не отмаксованный. Юнита в колоде тоже не было, но вот гор. Туда-сюда. Ходят Милители и жричка. Как бы будет бабца. Что я могу вам сказать? До 7 провизий мы добрались уже.
Not bad, not bad at all. Тут есть споры. Так что выставляться немного рановато. Не... Не-не. Не было Локи на дополнительные плюс 3 по сравнению с... ментором-наставником. И тут как бы, да, есть дикой, чтобы... А, ну это как бы заставляет задуматься. Тут жричка с 13 зарядами. На столе пока что нету, конечно, поинтов. Но тут как бы Винхальм. Ну вот его останавливают. Ладно, он до своего не дотерпел, пока его жричка не... ресетнет. И вот оно происходит. Бам-бам-бам. Винхальм на 14. Жричка, понятно, в приоритете. А, ну и Дауриан прожимает лидера, так что есть что еще бафать. Теряются поинты спингов. Но забафать в себя выгоднее. И, по идее, надо, да, вот здесь можно уже остановиться, Винхальм будет равноценным. А следующего юнита можно пострелять. Пиу-пау, пиу-пау. Ну и, откровенно, у Реновы 16 плюс 14, 16, 15, 31. Если я не обсчитался. И это ГГ. Но роллы знатные, и все как надо. У Даурена прошло. Онагер, Винхан в последнем раунде. Поздравляем Даурена с победой. Ренова выбывает. Но теперь не надо думать о бамкапе через две недели. И можно только концентрироваться на втором опен Эматола. Но да, с тремя поражениями не пройти, у Даурена есть шансы. Теперь думаем, смотрим, что там и как. Я спрошу у Лерио, сможет ли он. So, Ренова should be out with three losses. Даурен has a chance to progress into the, into the playoffs, which will be played on May 25-26. 16 players qualify. Let's look at... Yeah, we'll see Ренова sooner on Matol Open. She will be playing against Maemon and then Nick versus Lerio. One day event, May 6, 18th. We are casting here with Lemon. Так что приходите, кастим с Лимоном в 12 в час по Москве, по Эстонии тоже. 12 по Польше. Маймон Ренова. А теперь смотрим, как обстоят дела. Кто сдался, кто дроп ми. Вот это вот все. Жесткий чел победил. Жесткий становится 5-2. Артём победил, но Артём уже просто доигрывал турнир 4-3. Мейстер Кос, мейстер, по-моему, был, да, с четырьмя поражениями, так что это просто каточка для себя. Макпай победил, 6-1, гарантировал себе проход, поздравляем. Димаса еще есть шансы, Бумгольц и...